Друзья, всем добрый день. Сегодня 8 мая. Вчера мы вспахали вот эту землю, а сегодня идет снег. Надеюсь, вам видно. Сейчас только был густой и прямо обильный, сильный, а сейчас реже стал. Вот огород зеленый, деревья зеленые, небо серое. Пора бы заниматься грядками, но у погоды свои причуды. Вчера нам сын вспахал огород. Ну вот, если видно вам, посмотрите, белые горошки на земле. И ветер холодный. Всего 3 градуса, а может быть и 0. Может быть уже и 0, утром было 3. Отопление в доме работает. Ручки мои спрятались. Вот, сейчас вам видно, наверное, какой снег идет. А у меня в духовке стоит хлебушек, уже можно на выпечку включать. На расстойке стоял, 38 градусов температура была, с семечками. Вот, вот так вот. Дома тепло же, хорошо. Еще и сейчас духовка будет работать. Плохо у кого в квартире, отопление уже выключили, им холодно. А здесь сверху на плите, посмотрите, что у меня. У меня холодец варится. Завтра же ведь праздник большой, 9 мая. День Победы. Прошло всего несколько минут, как я вам показала, что начался снег. Я вам показала, что хлеб я на выпечку поставила, холодец поставила варить. И смотрите, какая дорога у нас стала. Белая, трава зеленая. Ну что ж, друзья, пока у меня холодец варится, пока хлеб печется, я решила заняться изготовлением пельмешков. У меня вот это фарш. Уже я все вымесила. У меня вот здесь тесто. Уже, надеюсь, подошло сейчас. Я его немножко поваляю в руках, немножечко. Приведу в чувство. И будем лепить с вами пельмени. Праздник же большой завтра. Очень большой. В каждой семье, наверное, был человек, который попал в то время, жил в то время и участвовал во время войны. И не все вернулись домой, конечно. Но в нашей семье тоже была девушка молодая, мамина сестра. Александра. Она работала связистом на войне. Катушку за спиной таскала. Вернулась оттуда живая. Погибла она у нас в землетрясении в 48-м году в Ашхабаде, в Туркмении мы тогда жили. Но мама жила, меня еще не было. Вот, так что в нашей семье тоже есть эта боль. Я же от теста отделила вот такой кусочек теста. Этот убираю, чтобы не заветривался. Накрываю полотенцем и ждем, когда следующий кусочек мне понадобится. А этот кусочек я раскатываю по столу в жгут. Ну, как и всегда, как вы все делаете. И будем делить на кусочки, раскатывать скалкой кружечки, лепить пельмешки. На стол муки не сыплю, тесто вроде не прилипает. Рецепт теста совсем простой. Берете определенную емкость, стакан или бокал, сколько вам нужно теплой воды. Вернее, сначала в этот бокал разбивайте одно яйцо, чайную ложку соли и ложку или две растительного масла. А потом таких же три емкости, три этих же бокала воды туда наливайте. Ой, муки. Три емкости таких же муки. И все вымешиваете, и тесто получается вот такое, как у меня. Если чувствуете, что ваше тесто чуть-чуть жидковато, на срезе пристает, прилипает к рукам, вот так чуть-чуть обмакните в муку все вот эти кусочки, которые вы поделили. Да все это знают уже. Весь интернет показывал, как лепим пельмени к Новому году, к новогодним выходным. А кто-то пельмени часто лепит, любит кушать пельмени. Я наделаю сейчас пельмени и на завтра, и сегодня Матвей со школы придет, сегодня они еще учатся.
завтра будет выходной праздничный день. Друзья, пока я леплю пельмени, хочу вам рассказать один случай, который мне бабушка моя рассказывала во время войны. Бабушка наша, мамина мама, жила всю жизнь в Воронежской области, Терновский район. И во время войны немцы были в Воронеже, там бои были большие. А вот в деревне, где бабушка жила, не было никаких стратегических объектов. Поэтому туда немцы, в общем-то, и не стремились попасть. Но как-то расформировали и поставили их туда по деревням. В избы, прям к людям в избы поселились они даже не спрашивая, можно или нельзя зайти к вам, сами хозяева заходили, поселялись и жили там. У кого во дворе поросенок был, они прямо стреляли его и ели, ну, варили, жарили там, варили, ели в русской печи, у всех русские печи были. Вот. И хочу сказать вам, что во время войны немцы воевали с комфортом. Бабушка рассказывала, что они к ним поселялись прямо с перинами со своими, почему-то они очень любили перины пуховые, с перинами приезжали, воевали. И у одного немца, бабушка рассказывала, была с собой круглая подушка пуховая. Он так с ней и ездил, куда его там посылали, так и ездил с этой подушкой, воевал, на ней и спал. И в один момент, когда наша советская армия стала освобождать, видно, Воронеж, туда все пошло, бабушка говорит, что-то немцы засуетились, начали бегать по двору, собирать свои вещи и грузить, куда-то грузили они все это, вывозили. И этот немец забежал домой, всех домашних, вот, кто жил в доме, они выгнали из домов. Бабушка говорит, что мы жили в сарае, пока они у них останавливались на постой-то на этот, жили в сарае. Что-то они засуетились, забегали, собирают свои вещи, но, говорит, наверное, что-то серьезное будет. И этот немец, у которого подушка это была, схватил свою подушку, к двери побежал, видно, нанервничался, не знает, что их ожидает. И прямо у самой двери он, в общем, неприличные произвел, испортил воздух в хате, в русской хате. А бабушка мамина мама, бабушка Аленка была, она была прямая на язык, очень такая. Не боялась ничего, прямая прям была вот такая женщина, могла сказать в глаза все, что хочешь. Она видит, что они убегают, да он еще вот это сделал. Она ей говорит, ну и чири тебе, и говорит, в опу. Ну я не буду говорить, как она сказала, чири тебе в опу, вот так вот. Он обернулся на нее, посмотрел недовольно и ушел. Вот так вот немцы бежали, воздух портили напоследок. В тех хатах, в которых их поселяли, сидели они, вояки. А потом, когда Воронеж освободили, восстанавливали они, пленные немцы восстанавливали Воронеж. Дома строили, там есть до сих пор дома, построенные пленными. А мама была же уже такая, подросток. Наверное, война, когда заканчивалась, ей 17 лет было. Мама 27-го года рождения. Вот. И она говорит, нас посылали, молодежь посылали разбирать вот эти завалы, которые там после войны остались. Кирпичи, все разбросано, раскидано. Мы, говорит, работаем. А рядом, говорит, обернулись, смотрим эти фашисты, говорит, работают, дом строят. Так страшно, говорит, стало. Вот так вот. Подростки тоже воевали во время войны. И партизаны были, и все было. Я вам такой случай рассказала, что-то сегодня вспомнила про такой случай. Несколько раз вы спрашивали, когда мама была жива, спрашивали, как мама узнала о том, что победа пришла. Она тогда училась в техникуме, и домой на побывку, домой ехали на выходные дни. Там далеко нужно было ехать и добираться. В общем, они, говорят, шли-шли, устали, май месяц, вот это жарко. Был жаркий день какой-то. И, говорит, пришли там одна женщина около колодца, воду набирала. Они у нее попросили, женщина, можно попить водички из ведра из вашего? Она дала им, говорит, девчонки, а вы что, не знаете? Война замирилась. Ой, они обрадовались, правда, что ли, правда? Они бегом с ускоренным темпом по домам побежали. Еще до дома было далеко, но они прям окрыленные домой прибежали. И мама, война-то замирилась. Вот так вот было.
Вот такой праздник. Завтра такой праздник. День Победы. Наверное, плохо с ними, не до конца расправились наши воины. Очень щадяще, наверное, поступили, что они сейчас опять поднимают головы. Им все мало и мало. Они хотят господствовать во всем мире, наверное. Ну ладно, я продолжаю лепить пельмени. Вам же хорошего дня, хорошего настроения. И завтра обязательно вспомните своих родных и близких, которые подарили вам жизнь. Будьте им благодарны за это. И еще хочу один случай времен войны рассказать вам. В бабушкиной деревне, конечно, люди были неграмотные, старики жили. Кто там на них обращал когда внимание? Ну, оброк издавали, мзду, можно сказать, платили. Были обязательства яйца там сколько-то дать, и собрать, сдать в государство. То мясо, то это зерна, сколько-то с огорода там соберешь, сколько-то отдавали. И вот, значит, наступила война, пошли люди воевать. Провожали всех, все деревни провожали и ждали также. Когда вернулись люди, то около, сейчас я не помню, мама рассказывала, около какого-то дома прям столы поставили вдоль улицы, и всех встречали, всех праздновали. Ну, не все вернулись с войны. И вот бабушка рассказывала, говорит, ну, она фамилии называла, я уже фамилии эти не помню. Говорит, все, кто уже пришел, пришли, кому похоронки принесли. А одна женщина все ждала и ждала своего мужа. Нет, и нет ни похоронки, нет, никаких известий нет. И прошло 5 лет, это значит 45-го, 50-й год. И говорит, в поле люди работали, в поле. И смотрит, по дороге идет человек, мужчина. Остановились, смотрят, кто это. Там же друг друга все знали, все в лицо знали друг друга, как зовут знали. Можно сказать, небольшим же селом, деревней жили. Остановились и смотрят, что же за человек к ним идет, к полю прям идет. И узнали его и кричат, там, например, какое имя женщина. Ну, Мария, Мария, это же твой идет там, Петька, Ванька. Мария, это же твой. Она его все ждала. А он, бегом побежали его встречать. А потом жена уже дома у него спрашивает, а что ж ты... Не дал весточки никакой, что ты жив, я тут не знаю, жив ты или не жив, все вернулись, тебя нет. А он говорит, а ты же мне, я, говорит, как мог тебе весточку дать? Написал бы, говорит, письмо, а он говорит, ты же мне, говорит, адрес не дала с собой, домашний адрес не знал, куда написать, представляете? Вот и такие люди были, неграмотные, все равно вот шли, защищали нас. И спасибо им большое, конечно. Так что адрес оставляйте. Сейчас другое время. Сейчас время техники, новые телефоны и все, что хочешь, есть. Адрес-то все знают свой. Домашний. Нас в детском садике учили запоминать, на какой улице вы живете. И детей наших тоже воспитательница спрашивала. Научите своих детей, чтобы они знали, на какой улице они живут, дом, номер какой, как зовут родителей. Вот маленьких детишек учили уже всему. Ладно, я продолжаю работать, а мысли мои бегают туда-сюда. Очень волнительный день. И сегодня, и завтра. Друзья, пока я лепила пельмени, у меня хлеб испекся. Сейчас буду вытаскивать. Вот такой хлебушек у меня получился. Вот, я его вытащила из формы. Горячий, горячий, горячий. Красивый, красивый, красивый. Ой, сейчас я его умою, побрызгаю, значит, и накрою. Пусть отдыхает. А я продолжу пельмени делать. Пока хлеб будет остывать, эти пельмени отнесу в морозилку и начинаю уже на следующие. Дощечку делать. Друзья, я только хлеб вытащила из духовки. И смотрите, что у нас на улице творится. У нас снег не прекращается. И ветер еще сильный. Смотрите, что творится. Хлеб целый час пекся.
Вот целый час у нас такая погода. Окно не могу открыть, потому что ветер сильный, очень сильный. Посмотрите на березы. Вот, там. Шумит все. Так, друзья, пельмени у меня готовы, довариваются. Матвей пришел со школы и разрезаю для вас хлеб. Ну-ка, вспомним былое. Та-да-та-там. Все это вам. Все это вам, потому что потом только я увижу. Ой, какие интересные здесь отверстия. Пахнет так хорошо хлебушек домашний. У нас Матвей очень любит домашний хлеб. Ну, красота же, домашний хлеб. Пеките. Сейчас пельмени выложу. И вот они, мои пельмешки, которые Матвею сварила. Со школы пришел. Кстати, сметанка, это, мажу сметаной. И хочу сказать, что у меня не на все пельмени хватило мяса, которое было фарш. Я еще вот таких вот ушек сделала пустых. Пару ушек здесь у меня. Вот одно, вот другое. Ушки вы делаете? Вот так. Так что Матвею приятного аппетита. А вам всем хорошего настроения, хорошего праздника завтра. Вспомните про всех своих родных, которые вам жизнь подарили. И будьте здоровы, конечно же. До новых встреч!